Анатолий Белый уже больше года живет в Израиле, куда перебрался после начала СВО. Он хвалил страну и даже был не против, чтобы дети пошли в армию. Но сейчас изменил решение. После того, как с новой силой вспыхнул конфликт Израиля и Палестины, многие релоканты пересмотрели свое отношение к стране, которую ранее считали безопасной. Критике подвергся и Анатолий Белый, экс-звезда МХТ, например, не готов идти воевать за новую родину. На это обратил внимание критик и журналист Михаил Шахназаров, который в эфире шоу «Полный абзац» на Рутюб показал скрины его переписки с одной из подписчиц. Ему женщина пишет: «А вы уже записались?» А он: «Как девочка, думаете, это смешно? Идите в бан!» Недоумевает Шахназаров. Известный журналист удивлен таким поведением некогда звездного актера, хотя считает, что никакого таланта у Белого. Теперь он взял фамилию Вайсман, не было, а его просто назначили быть актером в стране, за неимением других. К слову, именно Белый написал донос на прославленный российский театр «Линком», который в эти даты должен был приехать в Израиль, но после критики актера эти гастроли резко отменились. Вайсман спас актеров «Линкома», Никоненко и Муравьеву. Но сейчас он повел себя как настоящая девочка. «Анатолий, вы тиражируете свою природную тупость и скупость, вам нужно было больше читать. А то вам кто-то сказал, что вы вышли мордашкой, и что вы хороший актер, вы и поверили», — высказался Михаил Шахназаров. Отметим, что Белый поступил, по собственному мнению, правильно. Он не стал бросать всех и доработал сезон на телевидении, а также в МХТ, после чего пришел к Константину Хабенскому и положил заявление об увольнении на стол.